Эдуард, да. Насколько вообще для вас огорчительной оказалась вот эта отмена боя на 5 сентября? Скажем так, как только услышал огорчительное, но как только сказали, что подписывается в стадии подписания контракта на бой, на объединительный бой с чемпионом IBF, сразу все огорчения прошли, появилась мотивация тренироваться, идти дальше вперед, и хотелось бы все-таки победить 4 ноября в Казани. Ну вот смотрите, вы же готовили форму, подводили ее к этому, именно к этому сентября. Как удастся ее удержать до 4 ноября? Ее же сейчас как бы удерживать не надо, сейчас наоборот нужно чуть-чуть буквально дать отдохнуть и продолжить подготовку. Уже начали сбор информации о своем сопернике Куинге. Говорят, он супер выносливый. Из 46 боев он только 2 закончил досрочно, остальные все по очкам. Да, выносливость очень хорошая, у него большой опыт, скажем так. Но бои я начал просматривать еще за год вперед. Мы еще будущее хотели с ним провести бой, когда он не был чемпионом IBF. Но сейчас представляется возможность намного лучше, он уже чемпион. И не против подраться со мной на нашей территории в России, в Казани. Что вы знаете о боксерской Казани вообще? Мне кажется, такое грандиозное событие там впервые. И люди, мне кажется, запомнят его надолго и на много лет вперед. И будут, я думаю, желать еще проведения таких мероприятий. Какая для вас важно именно выиграть эти титулы или все-таки сумма прописи тоже важна? Нет, для меня важен титул. Прежде всего для меня важен титул, поэтому Андрей Михайлович Рябинский делает очень много для меня, чтобы подписать этот контракт на этом уровне. Спасибо и удачи вам, хорошей подготовки. Спасибо. И выигрыш. Спасибо. Всем хорошего. Когда вам сообщили?